Добрый вечер. Микрофон Адрук, это студия Игрокам ТВ, и мы возвращаемся на матчи Joint Dota MLG Pro League первый сезон. На повестке дня у нас матч Hellraisers против команды My Insanity. Играют СНГ-коллектив против практически СНГ-коллектива. Играет у нас российская команда против сербов, и, в общем-то, матч обещает быть интересным. Дред и компания, одна из наиболее популярных компаний в современном дота-сообществе, СНГшном. И давайте сразу пройдемся по банапикам. На данный момент в бане уже у нас Висп, Джаггернаут и Бристлбэк со стороны команды My Insanity. И со стороны команды Hellraisers в бан ушел Бэтрайдер, ушла Vengeful Spirit, и снайпер тоже отправляется вслед за ними. В пике у My Insanity уже Тролль, Варлорд и Шейкер. И SF вместе с Рубиком от Дреда и компании. А по персонажам, в принципе, кое-что уже вырисовывается. Бруду забанил у нас Hellraisers. И последний, четвертый бан у нас от My Insanity. И посмотрим, как будут продолжаться линии. SF от Hellraisers уже обещает интересный матч. SF на миде — это всегда ярко, всегда весело. Но опять же, все зависит от реализации. Совсем недавно, последний, по-моему, пятничный день, показал, что SF не всегда решает. Много натерпелись, и Империя, если не ошибаюсь, М5 ничего не смогла показать. Поэтому SF теперь не залог победы. SF скорее шоу, и то шоу, которое любой матч превращает в шоу-матч. А Тролль, частый гость, тоже у нас в пиках. Шейкер, в принципе, тоже саппорт, который часто пикабельный, если можно так выразиться. Ну, посмотрим, как будут происходить события. Для всех, кто не следит за этим турниром, стоит небольшое отступление сделать. Joint Dota MLG Pro League проводится на данный момент, групповой этап проходит, вот, и проводятся матчи в формате Best of 2. То есть команды играют друг с другом по одной встрече. Одна игра за Radiant, другая игра за Dire сторону, и каждая победа — это плюс один балл в таблице. Собственно, все очень просто. То есть, по итогу этой встречи, состоящей из двух матчей, либо 2 очка может вынести команда Hellraisers, либо 2 очка может My Insanity вынести, либо по одному баллу разделят друг между другом. Ну что, у нас в баню уходит Phantom Assassin четвертым баном от My Insanity, и Slark моментально заходит в пик. Slark, Тролль, Варлорд, ну, я так понимаю, решили с руки заковырять команду Hellraisers. Ну, Hellraisers тоже не вчера деланы. Ребята знают, как такую ерунду контрить. Акс, еще один мейнстрим. В принципе, Dota, конечно, разноплановая. Насколько разноплановая игра, насколько хорошо развит мир Доты, насколько сбалансированы игроки. Ну, вот единственное... неприятности и тенденция, которая в любой этап может появляться, это то, что в определенный участок времени пикаются максимум 20-25 персонажей. Они просто мешаются и меняются местами, меняются комбинации. Но комбинация это не захватывает все 90 персонажей. Акс в тренде, и никто с этим не может поспорить. Тролль, Варлорд — это тоже тренд, и никто с этим не может поспорить. Да, есть такие персонажи, как Рубик, как Vengeful Spirit, которые всегда полезны. Тот же аппарат, который у нас есть в пик. Но вот такие ребята, как Акс, например, еще полгода назад в Доте просто немыслимо было, как на ЦМе может появиться Акс. Сегодня немыслимо, как можно не взять Акса, или как можно не додуматься его забанить, чтобы противники его не взяли. Ну вот, Ancient Operation у нас уходит четвертым пиком для My Insanity. И посмотрим, что Дред с компанией у нас выберет для своей стратегии. 10 секунд основного времени, 43 дополнительного. Посмотрим, что еще необходимо. По большому счету нет еще фармилы главного. Если это будет Акс сложной, то нужен будет мейн керри для команды Hellraisers. А с другой стороны, и Акс может тоже неплохо пофармить. Тогда понадобится хардлейнер. У команды My Insanity Тролль, Варлорд, в принципе, вполне себе неплохой фарм на топ-лайн. К нему Шейкер и аппарат в помощи, и Сларк может стоять у нас мид. А может Тролль отстоять мид, ему поудобней, чем Сларку. Сларк может более-менее комфортно разместиться в легкой. Как будет тасовать этих персонажей команда My Insanity,
увидим через некоторое время. Ну что, четвертый пик, 10 секунд всего остается у команды HellRaisers, и посмотрим, кто бы это мог быть. Нужен в любом случае еще один саппорт и еще один убийца. Саппорт Дазл, ну более саппортового персонажа даже и представить нельзя. Хил, Грейв, ну все, что надо, суперлекарь с жутким лицом. Последние пятые баны от команды My Insanity и команды HellRaisers. Подходя к статистике между данными командами, две последние встречи закончились в пользу, ну, в общую пользу команды HellRaisers. Коллектив из России чувствует себя немного поувереннее. Ну и подбор по персонажам, точнее по игрокам, по медийным персонажам тоже я бы поставил, конечно, на HellRaisers. Больше, мне кажется, что скилл повыше будет. Но, с другой стороны, дота непредсказуемая, это вам не футбол. Тут может быть все, что угодно, и реализация своих персонажей тоже должна сказаться в итоге. Посмотрим. Пятый бан для команды My Insanity, и в бан уходит Void. Не хотят они видеть фармящего Void, и правильно делают. Фармящий Void — это боль, злое унижение для твоей команды. И последний бан от команды HellRaisers. Пять секунд остается, одна секунда дополнительного. Ну что, что сделает Дред у нас? Он убирает Клокверка. Нет у нас Клокверка уже. Тоже популярная вещичка в современной доте. Клок уходит у нас в бане. Ну что, последний персонаж. Последний персонаж, которого пикнет My Insanity, это должен быть, скорее всего, оффлейнер. Тролль, мид, Сларк с Шейкером. Один из лайнов, скорее всего, легкую, как я понимаю. И... значит, нет. Значит, у нас расстановка будет немного иная. Хотя, с другой стороны, Зевс может сложную постоять. Тоже ничего сверхфеноменального в этом не будет. Ну что, Зевс в любом случае залетает пятым пиком для My Insanity. Тролль, Варлорд, Шейкер, Сларк, Ancient Operation. И Зевс от команды из Сербии. И последняя попытка удивить от команды HellRaisers. Кто это будет? Ставлю ставку на Фармилу. Ставлю ставку на Фармилу. Я хочу видеть Акса и Дазла. Да и Дред, наверное, хочет видеть Акса и Дазла в сложной. Загоняет, не дай бог, каждому так загоняет сложно этот пик. И Антимаг. Тысячу лет. Сколько лет мы с тобой не виделись. Антимаг у нас уходит последним в пик команды HellRaisers. И страта HellRaisers может быть не настолько продуманная и... хитрая, как у команды My Insanity, если вообще есть страта у команды My Insanity, они просто пикали персонажей, кто на ком умеет играть. Вот, страта в принципе очевидная. План А — это Акс плюс Дазл, которые выфармливают все, что только можно на сложной линии и рушат какие-либо попытки фарма для легкой команды My Insanity. Это антимаг в легкой, который на пару с Рубиком должен отрывать лица где-то начиная минуты с 30. Это план Б. Ну и план С — темный кардинал команды HellRaisers, Shadow Fiend, который, в общем-то, тоже может выйти в очень серьезный лейт. По поводу лейта команды My Insanity, ну, есть вопросы, конечно. Тролль серьезный, Сларк тоже серьезный, но все зависит от реализации. Это действительно, как по мне, персонажи, которые могут пострадать, если их загнобить. Антимаг в любом случае свое вывести должен. Антимаг собирает начальные артефакты, а собрать профессиональным игрокам эти артефакты по типу Battle Fury не является проблемой. Не 16-я минута, так 17-я, не 17-я, так 22-я, к примеру. И выйти в любом случае к 40-й минуте, если, конечно, твоя база будет стоять на тот момент, выйти в любом случае в супер красного скорпиона, выносить одного за другим оппонентов. Посмотрим. На паузу нас поставили игроки этот матч. И давайте сразу же разберемся, кто у нас на ком играет. Так, стендинг команды HellRaisers с тремя единицами в нике. Кто это? Узнаем чуть-чуть попозже. Годдем у нас отыгрывает на Рубике. Артес играет на Антимаге. Дред на Дазле. И Афонинджи играет на... а кто там последним пиком был? Одну секундочку. Это SF, конечно, да. Это Shadow Fiend. Со стороны команды My Insanity играет Go Givandota на Зевсе. Милан у нас отыгрывает на Сларке. Константин играет на Тролль Варлорде. Лизард играет на Ancient Operation. И Мич отыгрывает на
Earthshaker'е. Отвалился у нас Афонин же, ждем его возвращения. Посмотрим, куда у нас направился Афонинджи и есть ли какие-то траблы. Ну, видим, что переподключается. Скорее всего, через некоторое время появится. По ставкам больше коэффициент, меньше точнее коэффициент на команду HellRaisers. Больше в ней букмекеры уверены. Ну, и неудивительно. В принципе, HellRaisers показывают уверенную доту и в СНГ доте занимают, если не топовые позиции, то держат уверенную середину. Дред отписывается, что готов уже войти в игру Афонинджи. Ждем подключения. По информации это 1-2 минуты. В принципе, все хорошо. Давайте глянем, что у нас на Твиче, как у нас обстоят дела, кто у нас что говорит, кто что смотрит. Так, трансляция у нас идет, поэтому, собственно, ждем возвращения в матч. Если какие-то проблемы, какие-то траблы касательно видео, касательно пролагов или еще какой-либо ерунды, которая может расстроить не только зрителей, но и комментатора, пишите все в чат. Чат, в принципе, активный. Чат следится, комментируется и, что важно, модерируется. Прошлый чат у нас упал, потому что прошлый, точнее, стрим у нас неплохо так упал и подвис, потому что умники решили попостить ссылки на свои страницы в ВК, да и прочую ерунду. Ну, на этот раз такого не будет. Мы выходим на серьезный уровень. Еще раз напоминаю, это студия Грекам ТВ. Стримим как хотим, а хотим стримить хорошо. Что, возвращаемся в матч. Наконец-то возвращается у нас Афонинджи, и мы можем приступить к непосредственному комментированию вещей, которые происходят у нас на карте. Константин на тролле с мечом отправляется на мидлейн, как я вижу, да. Гоудживан Дота с Зевсом все-таки идет в сложную, что, в общем-то, тоже неудивительно. Лизард у нас на Ancient Operation в легкую, и вместе с ним туда уже отправился Сларк, на котором отыгрывает Милан. Игроки команды HellRaisers тоже у нас готовы сразиться за топ-руну. И здесь может быть интересная встреча. Все зависит от того, кто как займет позиции. Ну, Дред с друзьями занял отличные позиции. Стоят за деревьями, ждут своих жертв. Здесь, в принципе, меч — сладкая булка для данной комбинации. Есть, в принципе, телекинез, но пока еще не вкачан. Но понятно, что будет вкачан. Имеется Дред со скиллом, имеется Акс, который готов, я думаю, агрить на себя. 22 секунды до начала выхода крипов и, следовательно, до появления руны. Поэтому ждем, ждем, ждем. Фиссура уже у нас вкачана у Шейкера. Что у нас у аппарата? У аппарата пока ничего не прокачано. У Акса тоже скилл не вкачан. У Дреда та же история. Сларк появился уже на карте, наваливает ему по хрипту Годдем. Афонинджи подходит у нас на руну, и баунти руна первая отходит команде HellRaisers. Да не только первая руна, и вторая тоже отходит Артесу. Артес на антимаге уже имеет половину первого левела и будет себя весьма комфортно чувствовать. С другой стороны, чувствовать комфортно себя он сможет недолго. Гоудживан Дота набирает третий левел и начинает спамить верхний, и тогда, конечно, у антимага будут проблемы. Но с другой стороны, это антимаг. Даже семантически понятно, что персонаж рассчитан для того, чтобы не так сильно терпеть от магии, как кто угодно. Поэтому у Артеса проблем быть не должно. Опять же, знаем, что у Артеса скилл не просто чуть выше среднего, а близкий к крутейшему. На миде у нас первый замес. Так, Афонинджи у нас встреет. Константин, скорее всего, last hit сделает. Да, Константин забирает у нас первый... все-таки Мич забирает у нас первый фраг. Константин бросил топор, но по хребту... Последнюю плюшку отвесил на Шейкер, и Мич забирает First Blood на этой карте. Каким образом SF оказался там, в принципе, непонятно, почему Афонинджи решил, что ему можно спускаться на реку, особенно когда два игрока команды My Insanity стоит против него. Ну, это его дело, пусть уже Дред решает с ним вопросы.
касательно тактики. Афониджи в любом случае сливается на ФБ, отдает достаточно много денег Шейкеру. Шейкер уже 560 по голде. Так, а здесь у нас то, о чем я говорил. Здесь стоит Акс, который выфармливает кучу крипов за счет контрхеликса, и которого хилит Дред. Не кто-то там, а сам Дред хилит у нас Акса, а значит хил будет в два раза мощнее, чем обычно. Это, конечно же, шутка. Так, у Шейкера 600 есть по голде. Что у нас у Дреда? У Дреда есть стаут-шилд, есть банка. Есть, ну, короче говоря, все мази и кремы для заживления раны ссадин. Так, у Дазла имеется тоже, если что, на подсейв некоторое количество танга. Ну, в общем-то, стандартный пик. У SF наконец-то появляется ботл. Ботл на второй минуте, ну, нормально. SF, в принципе, вышел вообще не затаренный, поэтому ничего тут особенного нет. Так, а здесь у нас антимаг вместе с Рубиком пошли на Гоуджи Ван Доту. Ну, зацепить, я так понимаю, не удалось. Ушел у нас в туман войны Зевс и смог остаться живым. Артес не зарабатывает фраг. Артес продолжает фармить крипов. И делает он это чуть лучше, чем все игроки команды MindSanity. На первом месте у нас находится Акс. Понятно, что крипы сами умирают от Акса. Ему даже не надо ластхитить. Вообще ничего не надо делать. Просто стой и смотри, как Дред тебя хилит. Как говорится, в футболе дайте мне мяч и идите на центр обниматься. Так, Дред на подсейв Акса. Здесь, в принципе, лайн, если не будет помощи какой-то вот Шейкера, то лайн, я думаю, нормально так будет выигран. Так, Лизард у нас выходит. Зачем Лизард выходит, непонятно. Прилетает сюда еще и Зевс, но здесь, скорее всего, решили рассказать Аксу вместе с Дредом. Будет ли Грейв? Грейва нет. Акс агрит на себя. Милан у нас очень сильно проседает по ХП, но здесь наконец-то приходит Гоуджи Ван Дота, дает верхнюю и Лизард на Ancient Operation не добивает у нас. Добивает у нас Акса, и счет становится 0-2, и на лоу хп еще Дазл кое-как отошел под свой тавер. Чуть было Дред тоже у нас не рассыпался, Акс сразу же возвращается. Счет становится 0-2 в пользу MindSanity. Это уже интересно. Дред и компания немножко подприсыпались. Так, Афониджи будет ли юзать койлы? Можно, есть два еще койла, но вторым средним промазывает Афониджи и дальним уже нет смысла пробивать. Хотя шанс забрать тролля был 100%. Если два койла попало бы и еще одна тычка с руки, тут без вопросов тролль у нас отъезжал бы. Ну, тролль на миде неприятен. Неприятен он не только для милишников, но и для рейнджевиков. В принципе, троллю подойти и дать на тебя Рилинг Акс — это не проблема. По ХП тролль тоже не сильно проседает. Опять же, он купил все, что надо для фарма. Имеется у него Райс Бенд. Сразу же первый затар. Сейчас появится еще и носок. Есть уже ботл. Как я читаю игру? А, вижу доту как открытую книгу. Понятное дело, что артефакты элементарные, артефакты очевидны. Но, тем не менее, артефакты эти очевидны, но тролль слабее не становится от этого. У Афониджи тем временем есть носок, есть у него цирклетка одна, но пока что райсбендом не пахнет. Я так понимаю, разумеется, будет выходить в Ring of Aquila. Что у нас Дред с компанией? Как дела с Аксом обстоят? Акс стал менее боковитый, и это неудивительно. Пол лица оторвали у нас Аксу, отправили в таверну, и это сделают еще раз. Так, у нас проседает очень сильно по ХП Гоуджи Ван Дота, на которого, кстати, хотел я обратить внимание. Если что, прилетит он еще раз на топ-руну, ему прилетать и добивать игроков команды HellRaisers как с горы катиться, это не есть сложность. Тем более, загнать Акса это дорогого стоит, и в начале игры этого стоит делать, потому что мид-гейм будет полностью выигран этим персонажем в случае нормального фарма и в случае ранне вынесенного того же даггера. Есть уже у него Ring of Tranquilla, и по хилу, в принципе, проседать по ХП не должен. У Афониджи имеется носок, имеется 600 по голде. В принципе, на Аквилу сейчас уже деньги будут. По крипам добитым дела у него обстоят чуть-чуть лучше, чем у тролля. 22 на 5. Но эти два крипа тоже, скорее всего, отойдут у нас Константину. И, в принципе, счет будет практически равным. Ну, понятно, Афониджи немного получше. Но фармите с Эфом поудобнее. Так, у нас выход на Акса. Акса у нас зацепил Сларк. Милан здесь проседает по ХП неплохо. Его еще и отравил Дред. Вот, подсейвил он своего Акса. Акс на лоу ХП уходит под Тауэр. Транквилы. Выложил Транквилы, забрал Транквилы и отправился в таверну. Зевс забирает у нас Акса. Это был Зевс 4-го левела. 4-й левел у него и остался. Я уже подумал, что
Узи в Саше 6 появился, и плюс ульта и верхняя добила Акса. Но Акс рассыпался и от одной верхней. Константин цепляет у нас Дреда, Дред под Грейвом пытается делать ТП-аут отсюда, и Фиссура в откате. А тотем Шейкер у нас решил не прокачивать. Ну, посмотрим, как отнесутся к этому его тиммейты. Был бы вкачан хотя бы в один тотем вместо Авторшока, можно было бы забирать сейчас Дреда. Тем не менее, счет 0-3, давайте глянем графики. По графикам 2 с лишним, даже 2,5 выигрывает команда Hellraisers по голде, и по XP Hellraisers тоже выигрывает 2500. Посмотрите на счет. Счет 0-3. Забрали First Blood My Insanity, убили троих игроков команды Hellraisers. Hellraisers фактически на подсосе, но мы открываем графики и понимаем, кто как фармил. Это небольшой кавер на фразу «кто на что учился». Ну, собственно, кто как фармил, мы видим. Артес имеет 52 на 8, у Акса имеется 34 на 4, у Афониджи имеется 32 на 6. Следующие места заняли такие ребята, как Милан на Сларке. У нас Go G1 Dota на Зевсе и Константин на миде. Короче говоря, мид персонажа команды My Insanity, того, который участвовал в первом фраге, сделанном на Афониджи, загнобило сразу 3 персонажа команды Hellraisers. Если выигранный мид, у меня к нему действительно есть вопросы, ну, то есть, точнее, вопросы к Константину. К Афониджи вопросов никаких, по-моему, он все делает правильно. Так, Мич у нас готовится выйти на Афониджи. Будет ли фиссура и будет ли эта фиссура поточнее, то тогда, конечно, SF не должен переживать всю эту ерунду. Так, у SF, в принципе, фулл ХП есть, МП нету. Константин очень сильно проседает по ХП. Здесь есть банка, если что, на реген. И ждет у нас Мич. А кого у нас Мич ждал? Мич у нас просто отправляется на ботлейн. Здесь у нас забыковал Артес, решил под Тауром подраться. У него это не получилось, потому что все игроки My Insanity живы, но, тем не менее, стянул на этот лайн Мича. Мич уже не поможет СФу в миде, а СФу помощь... О, СФу. Константину, конечно, не поможет в миде. И СФ будет чувствовать себя по свободе. 0-3 по графикам, 4 по голде, 3 по XP. Класс. Hellraisers ведут себя просто феноменально. Ну, по фарму видно. Артес уже имеет вангуард. Это круто. Это круто и интересно против Зевса стоять с вангуардом. Это хорошо. Потому что по ХП, конечно, антимаг на ранних левелах, в принципе, проседает очень-очень плотно. Опять же, вангуард относительно ранний. Это значит, что и дальше могут появляться Battle Fury или Яша, Манта Стайлы. Да как не собирай антимага, все равно убивать... Как не собирай, все равно убивать придется райт-кликом. Годдем у нас проседает очень сильно от Милана. Скорее всего, умирает, если телекинез. Нет, телекинеза нет. Еще один удар, Годдем у нас погибает. Но здесь прилетает у нас Афониджи и должен забирать отсюда Милана. Милан у нас упрыгивает в кусты. Афониджи попадет ликойлом. Милан хилится. У Милана ульта есть. Скоро он выйдет фуловый. Еще и Афониджи попытается лицо разбить. Не видит он его. Давайте глянем. Да, он его не видит. И это, в принципе, плохо. Это плохо для команды Hellraisers. Сларк остается живой. Сейчас спокойно через баунс уходит отсюда. И никто ему слова не скажет. Так, Афониджи перетягивается у нас на топ-лайн. Есть, если что, у него руна иллюзий в батле. Есть Power Threads. Имеется Аквила. И сбор в Меку. Сбор в Меку от СФа. Так, у нас драка пошла на мидлейне. Годдем у нас под Грейвом пока что не умирает, но это ненадолго. Хотя, в принципе, Константин тут может отъехать. Афониджи здесь есть, все три койла у него имеются. Давай, давай, дальний койл, да. Дает дальний койл по Константину. Это первый фраг. 10 минут 16 секунд. Первый фраг для команды Hellraisers. Да, она ведет по счету, но фраги тоже нужны как минимум для моральной устойчивости и поддержки своих тиммейтов. Афониджи забирает первый фраг. Кое-как балансируя вообще какое-то мое понимание доты, потому что немножко странно, как команда My Insanity выигрывает по фрагам и выигрывает нормально в ноль. И тем не менее умудряется проиграть на 4000 по голде. Давайте по артефактам пробежимся, пока драка у нас не намечается. Мич тут стоит, пытается подсейвить свой барак. Ничего у него не получится. В принципе, драку навязать не удастся ни одной, ни другой команде, поэтому можем по артефактам пройтись. У Артеса, который играет на антимаге, вангуард уже умеется. Сейдж Маск — это выход во Владмир. Да, это интересно. Power Threads тоже имеется. 37 на руках. Ну, только-только купил ерунду всю
необходимую для Владмира, остается купить Мордип Маска. Для него еще 800 голды надо будет. У Дазла как обстоят дела? Дред имеет у нас носок, есть у него Magic Stick. У SF-а, в принципе, тут на Меку идет хороший сбор. Баклер уже готов, Хедреска готова. И на Меку рецепт тоже имеется. Еще и сверху нахоботил 160 голды, о боги. Все, в принципе, есть у Афониджи на Меку, это круто. Ранняя Мека — это означает крутые ранние файты. У Рубика есть Аркан Бутсы, больше ему пока ничего не надо. У Акса имеется Блинк Даггер, только что появляется. И, в принципе, ждем. Мека есть, Даггер есть. Артес ловит у нас ульту от аппарата Зевс. Верхняя пробивает его, Артес должен выживать. Опять же, выживает он за счет того же Вангуарда, который... имеется у Артеса. Было бы больше, было бы меньше, точнее, ХП. Был бы немножко, да, в принципе, верхняя замакшена у нас у Гоуджи Ван Дота. Было бы поменьше, конечно, ХП. Можно было бы и отъехать от ульты аппарата. Ну, тем не менее, Артес принял правильное решение, и никто уже слова кривого ему сказать не сможет. Ну что, у нас выход на первый тауэр по нижнему лайну со стороны команды My Insanity. Ждем. Артес здесь есть, здесь имеется на подсейф, если что, Goddamn и Dread. Да что на подсейф вообще? Для атаки эти ребята здесь стоят. Это штурмовая бригада команды Asher. Также здесь есть Акс, у которого имеется Dagger. Артес потихонечку подрезает тауэр, я так понимаю, никто ему мешать не собирается. Здесь стоит один Мич, и Мич, скорее всего, достоялся. Здесь надо ультить в него, будет ли ульта от Артеса. Артес не видит Мича и добивает его в итоге с руки. Непонятно, почему Миш развернулся назад, но, видимо, мискликнул и вышел из деревьев. Так, тем временем Акс у нас забирает тролля вместе с Афониджи на пару на мидлейне. Пока мы смотрели на топе, файт у нас еще и перетек плавно во фраг команды Hellraisers на миде. И что? Возвращение в баллы касательно убитых персонажей. Милан у нас ловит агро от Акса. Милан отсюда не уходит без вопросов. Ульта пошла от аппарата. Афониджи продолжает гнать у нас Лизарда. У Лизарда имеется носок. Афониджи с руки как жесточайшим образом ему наваливает. Дальний койл будет ли от Афониджи? Видит он, в принципе, Лизарда, но... Лизарда, конечно, видит он. И, тем не менее, койлом промазывает. Ну, здесь на подсейф, если что, есть Акс. На подсейф ситуации влетел... моментально слэм-данк по голове. И счет становится уже 5-4 в пользу команды Hellraiser. Следим за Артесом. Что будет появляться у него по артефактам. И куда в итоге приведет такой беззубый фарм от My Insanity команду HR. Тут по большому счету они, кузнецы счастья, которые имеет команда HR. А счастье их заключается в 8500 по голде. И такому же количеству чуть-чуть меньше по экспе. Hellraisers, в принципе, сминают пока что команду My Insanity. Удачных файтов от сербских ребят я не вижу. А Hellraisers дерутся, в принципе, по всей карте и готовы убивать кого только угодно. Так, Афониджи у нас не ловит ульту. В телекинез поднимают Сларка. Сларк отъезжает на базу. Ну что, просто увидели, просто убили. Команда My Insanity решила, видимо, не драться толпой. Они хотят умирать по одному, ну... Мы не можем отказать им в этом удовольствии. Дред тем более не может с друзьями отказать им в этом удовольствии. В принципе, и незачем отказывать. Конечно, да, я не знаю, смотрят ли нас фанаты команды My Insanity. Ну, разумеется, топим мы исключительно за СНГ команды. И это наше личное дело. Топим, конечно, за Hellraisers. Понятно, что игру будем стараться комментировать максимально объективно. Так что такие выпады, они, в принципе, будут нечастые. Ну что, Гоуджи Ван Дота у нас здесь появляется на карте. Видит его Goddamn, поднимает в телекинез. И ульта от Артеса разрывает на куски у нас Зевса. Зевс отправляется в таверну. Счет становится 7-4. Казино по всей карте. Тут, в принципе, игроки мобильные. У Акса есть Dagger, у Антимага есть Блинк. Врыв в любую точку, драка в любой точке. У Константина нет пока ничего. У него есть на мувспид фейсбуцы. Быстро бегай, сильно бей. У него 1100 по голде, но по каким-то серьезным артефактам. А в принципе, к серьезным артефактам мы можем отнести Вангуард, Владмир и Яшу, который уже имеется в стэше Антимага. Вот таких артефактов у Константина нет и... Я думаю, пока что не предвидится с данной игрой, что в куре летит. В куре летит Ogre Club, и это готовится выход. Какую нафиг сборку героев?
Нет, Дота просто сошла с ума, одну секундочку. Так, у нас драка здесь имеется. Полкарты закрылась. Так, драка у нас образовалась. Тролль заюзал иллюзии и собирается выходить на СФа. Сначала послал иллюзии, потом и сам. Но Константин очень сильно получает по спине. Отбили ему все желание каким-то образом драться. По фрагам данным уже имеется фраг со стороны Mind Sanity. Акс у нас уходит в таверну. 1256 зарабатывают на Аксе. Делает фраг Зевс. Получает 670 и по 300 между собой разделили такие бомжи, как Ancient Operation и Earthshaker. Ну, на пивко, на варды, на вяленую рыбу. Так, Сларк. Что по артефактам у Сларка? Драм барабаны, в принципе, уже имеются. Имеется Power Threads. У тролля мы видели, Ogre Club появился. У Зевса появляется Hand of Midas поверх Soul Ring'а и поверх Tranquil Boots'ов. У Шейкера арканы есть. Есть варды, есть 2000. Ну, меч приближается к заветному артефакту под названием Blink Dagger. Это хорошо. Тем временем падает Рошан со стороны команды Hellraisers. И этого Рошана забирает, кто бы вы думали, конечно же, Ортес. У Ортеса, в принципе, есть все, чтобы идти отрывать лица. И Battle Fury уже никому не нужен. Видеть его здесь никто не хочет. Понятное дело, когда у тебя есть Вангвард, Владмир и, в принципе, Мантастайл близок к появлению, то такие бомжи-артефакты по типу Battle Fury уже мувитон собирать антимагу. У антимага 11 левел. Давайте глянем по уровням, что у нас на карте. 13 левел у Афониджи. Ну, понятно, это мид. 11 левел у Акса и 11 левел у антимага. А дальше идет Константин, который отстоял мид на 10, на 10 левел. И 9, 9 и 8 со стороны команды My Insanity. Уходит у нас, ну, видим, да, куда завела эта кривая дорожка фарма команду My Insanity. Они уже, как делает Сларк, прячутся в деревья и делают тэп-аут на базу, потому что драться один в один нет никакого смысла. Артес вообще на вертеле вертел Константина. В принципе, плевать ему абсолютно на ту дамагу, которую он в него вносит моментально. Вся эта дамага отъедается за счет вампиризма во Владмире. Ну, понятное дело, Артес круто нафармил. Давайте глянем по крипстату у него дела. На втором месте он находится, проигрывает только Афониджи. Апов по общему нетворсу. По общему нетворсу, в принципе, то же самое. 10-250-270 стоимость СФа и 9700 у антимага. Немного уступает. И, в принципе, два первых места между собой команда Hellraisers делит. Так, Артес у нас гоняет Константина, загоняет его прямо на хайграунд. Милан тут тоже не вывезет, если на него вдруг нападет Артес. Улетает у нас на базу Милан, нечего ему здесь делать. Ну что, крипы рассыпаются, скорее всего будет падать и тавер. Добить крипов есть чем. Гоуджи Ван Дота готов нижний убивать крипов. Так, ульта аппарата попадает сразу по четверым. Скорее всего здесь умирает Такс без каких-либо проблем. Да, ульта у нас пошла от Зевса, Артеса поймали, Артеса тоже готов разобрать. Но это всего лишь потерянный Аегис. Гаддем, очень сильно она получала по хребту, уходит отсюда на безопасное расстояние. Милан тоже неплохо так отхватывает от антимага. Артес не должен его отсюда отпускать. Есть ульта у него, но мы понимаем, у Сларка маленький монопул. Даже без маны Сларк немного наносится дамаги от ульты антимага. Что такое? Что случилось? Видимо, у нас лагерь. Смотрите, по итогу этого файта 2 в 0 подрались, но это Аегис, это не реальный фраг, поэтому ни денег, ни опыта никто не получил. А Акса забрали игроки команды My Insanity и получил за него немного денег Зевс. Немного — это 648 по голде. Поэтому это, конечно, много. И Сларк, я так понимаю, тут на как ассистент сработал. По опыту тоже 2000 зарабатывает команда My Insanity. Давайте глянем графики. 12 тысяч по голде. Черт меня видел сбоку. У команды Hellraisers и 11 тысяч по экспе. Отлично, отлично. Это все до 20 минуты. Тут, конечно, вывести команде My Insanity можно будет, я не знаю что. Пусть партнеров по команде потом вывозят покурить и обсудить следующий матч. У антимага уже появляется Ultimate Orb. Это, в принципе, понятное дело. В Манта Стайл все загрейдится. Яша есть. Есть Вангвард, который я не устаю с радостью озвучивать. Имеется Владмир, имеется ПТ. Антимаг чувствует себя распрекрасно. Что у нас у СФа? У СФа после Мекки и Аквилы появляется Яша. И тоже имеется Ultimate Orb, но помимо
того, что есть у антимага, имеется еще и 1800 на руках. SF, в принципе, уже готов принести себе Манта Стайл. И вопрос, будет ли выходить он в Манта Стайл, или SF у нас собирается пойти сразу в Eye of Skadi. Но SF со Скади — это очень круто. SF со Скади. Я подойду к окну. Правила русского языка на Игрокам ТВ. Не спеши, если говоришь такие неудобные вещи. Так, у нас здесь разобрали на запчасти антимага. Вот, хвалили, хвалили и перехвалили. Артес у нас отъезжает. Ну, понятно, отъезжает не сам. Тот Годжи Ван Дота вместе со Сларком и Мичем смогли все-таки законтрить у нас антимага. Антимаг отправляется в таверну. У него еще до Манта Стайла порядка 500 монет остается. У Дреда что есть? У Дреда есть Урн оф Шадоус, у Дреда есть 1200 на руках. У Рубик просел про ХП. Я уже думал, где-то у нас убивают Годдема. Нет, Годдем разбирается с совами в лесу. Покупает Огр Клаб, есть у него Point Booster. Что он собирается красть? А красть ему, в принципе, есть что. Здесь есть Эхо Слэм Шейкера, здесь есть ульта аппарата. Грейженная ульта аппарата с аганимом будет просто расчудесно заезжать в комбинушку команды Ашер. Здесь есть Акс, который способен заагрить на себя толпу. И если ульта аппарата туда влетит, то, в принципе, можно писать GG. Так, Годдем у нас еще может красть у Зевса. В принципе, тоже очень больно бьющий артефакт, который по 640 на 16 левеле будет наяривать по команде Mind Sanity. Опять же, ребята не толстые здесь. Сларк, наверное, самый толстый. Нет, или тролль? Тролль, пожалуй, самый толстый. 1300 у него по ХП. Остальные все очень-очень сладкие цели для команды Hellraisers. На Лизарда даже больно смотреть. Хочется дать поесть что-то. Парню у него всего 660 ХП. И это при том, что у антимага с руки уже порядка 140. Ну, плюс тут ауры небольшие там где-то. Чуть-чуть поменьше в любом случае, чем 140, но это 6 ударов по Ancient Operation, и понятное дело, что сделать их для антимага не есть проблема. Подпушен у нас нижний лайн со стороны команды My Insanity, крипы уже подошли, машинка стоит, напиливает тавр, но тавру, в принципе, ничего особенно дамаги не нанесет, потому что крипы находятся пока еще далеко. Будет ли подсейв от команды Hellraisers? Так, провязали у нас смок Hellraisers на миде. Здесь SF у нас понял, что кто-то рядом ходит. А ходит рядом не кто-то там, а именно Сларк. Сларк у нас уже имеет Shadow Blade. Уже 23-я минута. Сларк после Shadow Blade должен уже иметь машину, дачу и квартиру в каком-нибудь городе у моря. Милан у нас прыгает в кусты и делает тэп-аут. Ну, нормальный стиль. В принципе, нормальный. Терпи, прыгай в кусты, улетай, проигрывай катку, начинай следующую. Нормально. My Insanity, в принципе, по фрагам ровно идут. Мы видим с командой Hellraiser 7-7 счет, но, внимание, барабанная дробь. 12 тысяч по голде и по XP 9 тысяч. Экспириенс нас не особенно волнует. Экспириенс здесь зарабатывается в доте да вообще за просто так. Так, Дред у нас ловит фиссуру и моментально отправляется в таверну. И ульта от Зевса у нас еще и прикончила к тому же Дазла. Дред вместе с Годдемом просто разменяли себя на пустое место. 1326 по голде зарабатывает My Insanity и 2700 также по опыту отходит к ним. Ну, 1000 по голде. Мне показалось, я по XP сказал. Афониджи имеет уже Скади. Все-таки вышел он в Скади, решил пока что отсрочить свой Манта Стайл и, в принципе, правильно делает. Статы ему нужны, ХП ему необходимо. Скади дает статов чуть поболее, чем это делает Манта Стайл, да и чуть поболее, чем любой артефакт. Константин у нас агрится на Акса. Будет ли погоня у нас от Афониджи? Афониджи готов, в принципе, разультиться, но тут и койлами попробует забрать Константина. Еще один койл от Афониджи и киллинг спри от этого персонажа. Кор-герой команды My Insanity отправляется на базу и отправляется не своим ходом, а его отсюда транспортирует механика игры Dota 2. Не будет его еще 36 секунд. Сколько за него заработали, нам не показано. Где у нас разобрали аппарат? Аппарат у нас разобрали прямо под хайграундом команды My Insanity. Ну вот счет и сравнивается. 9-9 и 12 тысяч по голде, 9 тысяч по XP. Понятно, что экспириенса больше получает команда My Insanity за килл одного-двух фрагов. Ну, понятно, в перерасчете на эквивалент фрагов команды Hellraisers. А Дред что у нас имеет? Дред у нас имеет... Все, СНГ комьюнити у нас имеет Дред. Так, у Дреда есть Urn of Shadow, имеется у нас Voidstone.
есть носок, есть Magic Wand, ну и понятно, что портал, если что. Так, у Акса имеется уже Юл, это круто. SF не собирает Юл, его для него собирает Акс. Потому что Акс всегда делает то, что ему говорит SF. Point Booster имеется также у Акса. Выход в Аганим готовится. Ульту поймал у нас Акс, но по ХП пока что не просел. Афониджи у нас доминейтинг уже зарабатывает. Врыв у нас от Милана, врыв в Акса. Ульта пошла от Зевса. Уже разобрали Шейкера. Шейкер улетает у нас на базу. Под Грейвом ходит у нас Акс. Акс пока что живой. По спине наваливает Константину. Еще один койл от Афониджи. И Афониджи уже мега киллстрик. На лоу ХП у нас уходит Зевс. Просто на таких соплях жутчайших. И Сларк тоже у нас отправляется на базу хилиться. Без ХП он. Команда Hellraisers фуловая. Нет ульты у Афониджи. Еще 80 секунд ее не будет. Нет ульты у Дазла. 10 секунд ее не будет. Но это не помешает команде бить Таура. Таура ультами не бьются. Таура бьются с руки. А вот с руки команда Hellraisers наваливает очень-очень жестко. Артес у нас ловит ульту, по-моему, не напрямую. Так, Афониджи тоже у нас под ультой. Годдем продолжает жить, он ульту не поймал. Войд проюзал антимаг. Мана Войд, конечно, проюзал антимаг в Сларка. И Сларка разрывает на запчасти. Мне кажется, куски долетели аж до фонтана. Ну, там похилятся, там соберутся в целое. Афониджи ловит у нас фиссуру. Афониджи не нужно умирать здесь. Надо под сейф от Дреда. У Дреда уже лоу ХП. 13 стиков, зарядов в стике, в принципе, имеется. Можно будет подраться. Ну что, барак у нас упал. Остается только... остается у нас только чуть меньше половины милишного барака со стороны команды My Insanity. Ульта пошла от аппарата. Годдем уже умирает 100%. Годдем здесь разваливается без каких-либо вопросов. Сларк продолжает погоню за Аксом. Украл нормально. Так, статов у нас уже Сларк, по-моему. 5. Нет, это ненормально. Это вообще ненормально. Всего лишь 5. Очков силы, ловкости, да и прочего украл у нас Милан. Так что Аксу ни холодно, ни жарко от такой ерунды. В принципе, у Милана и по артефактам небольшой выбор. Тут с руки Милан наваливает не сильно, потому что нет ни Скади, нет ничего, в принципе, кроме Shadow Blade. Милан у нас уходит за счет паунса. Акс врывается, агрит у нас Милана. Милан отсюда не должен уже уходить живым. Вовремя проюзал он Shadow Blade, и не было дальней у Афониджи дать, чтобы дать койл и забрать таким образом Сларка. Сларк хилится, уходит на базу, но у него нет ни маны, нет ни ХП. В принципе, Сларк немного провальный. 3-3 у него счет, а это тот парень, который на 30-й минуте должен уже был рассказывать, что к чему команде Hellraisers. Ничего никому не рассказал. 0-4 у нас тролль Варлорд. Мид тролль 0-4-3. 111 крипов, но... эти крипы бесполезны, в принципе, потому что SF переформил его в два, даже более чем в два раза. У SF 16700 нетворс, у тролля нетворс не доходит до 8000. Артес получает у нас так прилично дамаги, отправил иллюзии наваливать Гоуджи Ван Дота, фиссура в никуда. Ну, в Афоне же нельзя, конечно, его так оскорблять. Акса говорит, у нас сразу двух человек. Мич здесь, Милан здесь. Ульта пошла от Шейкера, Эхо Слэм нормальный. Но перед этим был Мана Войд. Рассыпался у нас Шейкер на куски. Здесь на лоу ХП уходит Константин. Уходит хилиться на базу, вряд ли он догорит. У Акса 2000 на руках. Акс купил бы что-то на ХП. Грейв у нас от Дреда. Надо выхиливать Акса. Акс живой по-прежнему. Бегает здесь Сларк. Получится ли ворваться в Акса? Не получится никуда ему ворваться, кроме как на свой фонтан. Я думаю, Милан отсюда не уходит. Да, Дазл у нас еще и забирает хилом игрока команды My Insanity. Кто у нас на Сларке отыгрывает? Одну секундочку, забыл. На Сларке у нас отыгрывает Милан. Да, Милан отправляется на базу уже в который раз. 3-4-4 становится у него счет. И падает вторая линия команды My Insanity. Ну что, Hellraisers показывают уверенную игру. Видно, что... и скиллом команда повыше. Ну, это видно было на первых минутах, когда фарм команды My Insanity был гораздо меньше. Это при 4 фрагах, безответных фрагах, еще раз повторюсь, от них. И тем не менее, команда Hellraisers фармила получше. Вот вам, пожалуйста, результат. Т2 еще стоит на нижнем лайне, снести его не получится. Давайте тогда пройдемся по артефактам. Ну и, конечно же, у нас небольшая викторина. Как вы думаете, куда отправляется команда Hellraisers? Команда Hellraisers не доходит до Рошана, потому что My Insanity пишут GG. Этот матч заканчивается на до 30 минут.
Поздравляем Дреда с компанией в победе в первой встрече. Но напомню, матчи протекают в формате Best of 2. Это значит, нас ждет еще одна встреча данных коллективов. И посмотрим, смогут ли сербы отобрать хотя бы один балл у команды Hellraisers. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Сейчас немного музыки и ответы на вопросы в чате, если кто-то будет он и задавать. Меньше играйте в доту, больше читайте книг, услышимся, не переключайтесь.